Я жду, что это будет нечто совершенное, и как обычно это все происходит. Когда я взял свою пятерку в руки, я понял, что счастье переполняет меня, и я думаю, что сейчас, когда я возьму новый iPhone в руки, что я буду пищать о счастье и буду улыбаться как ненормальный. Вот, а еще буду отпечатки, свои отпечатки в НБ заносить, чтобы они все там мои отпечатки были. Ну, пока я бедный студент, который может позволить себе купить iPhone только в России, поэтому увидел в новостях, что сегодня здесь будет какая-то презентация, куча людей, куча народу, пришел заранее, чтобы опередить всех и пощупать все-таки новый гаджет от Apple. Вот, палатка, у меня есть спальник, да, в машине, что и буду готов уже в нем расположиться заранее, если вдруг что-то пойдет не так. Это все делается для людей, это очень здорово, это отличный дизайн, это просто какой-то безграничный функционал, и можно в нем работать, и фотографировать, и где-то телефон, и сидеть в интернете. В общем, все, что нужно сейчас современному человеку, здесь все есть, и без всяких усложнений, там, каких-то андроидовских. Все очень просто, все логично, все красиво, главное. Новая операционная система, она вообще прям, в общем, золото, в общем, замечательно все. И он сам красивый, золотой цвет теперь добавили, я думаю, сейчас на него будет дикий ажиотаж, дикие цены, но он очень красивый. Мы все время снимаем. Все расписано? Нет, нет. Есть как бы какие-то модели, которые не расписаны. Сам Дубай черный цвет, как бы они. Ну, есть популярные. Как бы чехол и компоновать его с цветом. Около 48 компоновок можно собрать себе для того, чтобы там, ну, как-то подчеркнуть свою индивидуальность. Я вот себе выбрал желтый с черным чехлом вот таким. Смотрится очень интересно.